Всем привет, друзья! И вот все чаще и чаще попадаются в сети интернет ролики, где военнослужащие вооруженных сил Украины говорят, мол, классно делают ТЦТшники, что патруют так называемых ухилянтов. И вот смотрю я на это все и диву даюсь. Вот запаковали человека, он с вами, допустим, служит, убили его, ранили. Вот после войны кто из вас, оставшихся в живых, придет в его семью, поможет как-то материально? Может быть, даже хотя бы не материально, а, так сказать, морально утешит. Кто? Единицы. Может быть, 2% из 100, может быть, так и поступит. Остальные забудут про тех инвалидов, забудут про тех убитых. И у вас еще язык поворачивается распоряжаться судьбами других. Ни один из этих военнослужащих, которые показывают по телеку, не сказал, что я хочу видеть рядом с собой чиновника, министра, депутата или еще кого-то, или родственников с офиса президента. А просто радуется тому, что запатовали какого-то там колхозника, грубо говоря, работягу. Это просто трэш какой-то. Я лично считаю, что это просто уму непостижимо. Вы же потом, 98% из вас даже на могилу не придет к этому человеку. Вы даже фамилии многих, тех, кто рядом с вами погиб, даже не вспомните через 2 года. А вы говорите, что вот, правильно. Так вот, это все смерти, которые будут в результате такой вот мобилизации, это будут и на вашей совести. Это мое мнение, мнение простого человека. Я могу, конечно, быть неправ, но я лично считаю, что мое мнение правильное.